Бегом, блядь! Бегом! Хорошо. Блин, как будто заново родился. Фу, вот это жопа, вот это, ребята, жопа. Настоящая жопа. Я не представлял, что ужастики могут так пугать. Я еще ни в одной игре так не боялся. Так, ну а теперь нам, видимо, нужно двигаться к тому замку. Что ж нам остается-то? Где-то он тут был. К сожалению, точно не помню где. Так, но не тут. Помоги ей. Заткнись. Блять, замолчи, не мешай. Мне надо звук слышать. А не твое нытье. Вот она, да? Так. О, блядь. О, блядь. Ой, я точно дураком стал. Ну, я вроде выбрался, да? Я же вроде выбрался, так не говорите мне, что он за мной гонится. Фу. Вот это было дело, вот это... Вы используете коллектор для перевозки? Да. Его построили вот для введения вот подземного источника. И тоннели весьма просты. Мы его задействовали, и это было удачное решение. Но мы им не воспользуемся? Не сегодня. Уровень воды меняется, и когда источник иссякает, в сырых тоннелях вырастают грибы, которые отравляют воду. Разумеется, у меня есть противоядие. Но сегодня оно нам не понадобится. Пойдем, нам сюда. Мы почти пришли. Понятно. Мы в каком-то коллекторе. Так, как нам отсюда выбираться? Вон проход. Вон проход. А, ну, собственно, и вон проход. И вот проход. Это, я так понимаю, не откроется. Не поддается. Так. Какой-то рычаг. Нужно смазать шестерни. Ну, как обычно. Когда тут что-то было не через жопу. Такая уж игра, извините меня. Для масла требуется сосуд. А, вот и масло, да? Ну-ка. Банка уже пустая. Ну что? Вот, хорошо. Так, а тут у нас... Тут у нас что? Здесь у нас затопленные помещения. Нам, видимо, надо откачать воду. Или что? Ну-ка. Чтобы войти в коллектор, надо сначала сушить его. Ну, конечно, как же иначе. Блин, а там наверху день, солнечный свет. Красота, одним словом. А мы тут в глубинах вошкаемся. Так, и что? Чё? А что она вообще тут делает? Это тупо, по-моему. Сломанная труба перекрыла лестницу. Но при ударе она была... Ну-ка. Ага. Сейчас мы тебе... Вот, отлично. Это было несложно. Так, здесь нас, видимо, ждет какая-то головоломка, что ли? Я не пойму.
как нам со всем этим разобраться. Ну, что-то такое не ужастиковое больше. Похоже на пазл, похоже. Похоже. Масло масляное. Так, что у нас за рычаги тут? Угу. О, надо что? А это, соответственно... хрен вам. Почините механизм подъема восточного моста. Давайте сначала мы в комнату управления зайдем. Хотя, может, тут мы и починим. Блин, опять темное помещение, что ли? Блин. Скажите, Герберт, как вы узнали про это место? Старый друг Ваулири дал мне карту. Почему он не пошел вместе с нами? Он хотел пойти, Даниэль. Но мы не всегда получаем то, что хотим. Я не совсем понял. Эта долбанная катсцена опять мне перекрыла звук, но, по-моему, там кто-то только что простонал. Протяжно так. И противно. Ненавижу эти катсцены. Уже успел их возненавидеть за тупой подход. Так. Раз дверь, два дверь, три дверь. Давайте по часовому порядку. Хорошо, что у нас тут? Какие-то грузики. Трудница. И, собственно, а это что за подсвеченная труба? И труба. Не вижу пока и применения. Так, ну, давайте поднимемся до упора, что ли, я не знаю. Пока что я никаких ориентиров не видел. Как это, что? Что с этим совсем надо делать? Да, ничего не произошло. Ну да ладно, разберемся. Пока что, по крайней мере, вроде... Блин, как бы не сглазить, вроде спокойно. Давай сюда. Так. Ладно, давайте в эту дверь. Я чувствую, они будут похожи. Да-да-да. Блин, да не мешает. Еще одна. Давайте тут попробуем что-нибудь покрутить. Ага, хрен там. Так. Может, не в таком же положении. Не знаю. Давайте третью дверь посмотрим. А, во. Тихо. Ну-ка. Ну-ка. Сейчас все будет. Офигенно. Я не пойму, зачем я это делаю, конечно, но я не люблю, когда дверь ограничивает мои передвижения. Эй, блин, что ж ты криво-то какая? Ладно. Последняя попытка. Что ты нахер делаешь? Ладно. Двух хватит, я думаю, чтобы пролезть туда. Да. Так, теперь давайте мы... Как тут у нас грузики? Один внизу. Второй повыше,
перейти посередине. Конечно, это глупо затея, но тем не менее. Так, давайте попробуем. Вниз. Еще ниже. Вот наверху. Это посередине. Че не крутишься? Вот так примерно. Да, это бессмысленно. Ладно, пойдемте туда. Просто у меня есть подозрение насчет этой комнаты, что... Да, здесь есть крутилка. Что здесь вылезет какая-нибудь страшная мразь, и надо будет на время ее прокручивать. Я лучше вот так вот такой хобана, такой чик, и проскользну. А вражина, я думаю, не способна на это. Так, еще три двери. Да что ж такое? Так, давайте по нашей методе, по часовому порядку. Да, блин, какие-то пазлы. Какие-то пазлы. Это хорошо по-своему, чтобы отвлечься от всех этих ужасов. Нам такие пазлы просто необходимы. Деревянная рукоятка. Рукоятка для механизма. Хорошо. До какого механизма? Еще бы узнать. Так, вот тут у нас прекрасная нычка. Да, тут явно кто-то на нас нападет, так что следует быть готовым ко всему. Хорошо, ладно. Пока тоже непонятно, что делать. Вернем в исходное положение. Ладно, ладно. Хрен бы с вами. Так, теперь сюда пойдем. Тут у нас ничего, что ли? Ага. Сюда, видимо, те обрывки труб надо вставить. Я так думаю. Ну да ладно. А это, видимо, как образец, да? Хотя нет, какой образец. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Какой же это образец, если я таких длинных труб, как там, не находил? Так, третья дверь. А, здесь поршень утоплен. До самого низа. Еще одна труба. Хорошо. Так, о, масло. С маслом-то у нас как раз напряженка. Да, это тоже, видимо, образец. Видимо, и там я просто что-то маленькое не дожал с этими грузиками. Но, по идее, все делал правильно. Однако, как образец, надо повторить в комнате напротив. Полностью донизу опустить поршень. Так, ну для этого нам нужно будет... может так? Так поднимается. Вот так опускается. Вот так. Ага, хорошо. По-моему, я все правильно сделал. Так, ладно. Что же еще? Давайте с грузиками разберемся. Тут у нас грузики. Так, еще труба. Еще одна труба. Не задача. Так, тут у нас грузики, может зеркально сделать. Это пониже, посередине, это повыше.
О, что-то встало на место. Хорошо. Видимо, остался. Даниэль, это ты? Что ты делаешь? Ты разговариваешь со мной? Или это воспоминание? Ладно. Дэн у нас парень такой. Ему насрать, он крутой. Так, давайте. Тащили эти трубы. И тут еще одна где-то. Да, вот она. Три же вроде, больше не надо. Так, ну чё. Угу. Она сама сразу встала на место. Ну ладно. Так, где треть? А вот я ее закинул куда. И... А, ну... Ну хорошо. Я, конечно, не совсем понял, что я сделал, но тем не менее. По крайней мере, у нас что-то получилось. Все, надо возвращаться, видимо. Так. Лучше бы, блядь, никому тут не вылезать. Это я точно говорю. Так, ну и что нам это дало? Теперь, видимо, второй лифт будет работать. Да-да-да. Это просто гениально. Без какого нахрен толчка? Давай работай. Я тебя что, зря ремонтировал, что ли? И из чего мне его толкнуть? Так, а что у нас здесь? Цистерна. Ой, блин, опять очередное темное место. И это, я думаю, прекрасный повод остановить пока запись. С вами был Артур. Увидимся в следующих частях. Мне нужно передохнуть. Эти части были довольно-таки, надо сказать, напряженными, особенно тюремные залы, и довольно-таки заумными. Это я как раз про коллектор говорю. Тем не менее, игра очень интересная. Я надеюсь, вам нравится так же, как и мне. Увидимся в следующих частях. Пока-пока-пока.